Привет, это два койота. Привет, это два койота. Привет, это два койота. Сегодня у нас детокс день. Мы сегодня решили посидеть только на фруктах. Вот вся эта гора фруктов нам вышла в местных 1400 рупий. Это примерно 700 рублей. Итак, наша тарелка фруктов 24 марта 2022 года стоит всего лишь 700 рублей. И сегодня у нас детокс праздник. И мы хотели показать вам секретный пляж со всей красоте, с высоты полета коптера. Но, к сожалению, сильный ветер не позволил нам его поднять. Но мы все равно здесь. Смотрите, здесь как великолепно, очень красиво и очень спокойно и тихо. Уличная еда. И мы сейчас вам расскажем, какая она вкусная, стоит ли ее есть и сколько стоит. Вегетарианские макароны 200 рублей. Чай стоит 25 рублей. Вот мы в Каюском месте. Острое, это вкусное. И как оно вообще перевариваться будет с нашими антипаразитарными таблетками, взятыми специально из России для таких случаев, и таблетками, помогающими переварить. Еще таблетки для печени, которые помогают это тоже выделить желчь и переварить. Еще таблетки для почек, чтобы это все выделить через мочеполовую систему. Вот только так едят эту еду. А я вас за 5 дней всего. Вот мы съели острую еду. Смотрите, какой я счастливый. Наконец-то поели нормального фастфуда. Ну, конечно, все дико остро. Есть сладенькие блинчики, их можно есть. Есть кока-кола. Где-то мы за все отдали 700 рублей за двоих. Там взяли роти, блинчики какие-то, там еще лепешечки. Они работают круглосуточно. Мы знаем те, где могут утолить свою жажду и голод два койота. Come on! If you want it. Нет, это снова два койота, и мы влюбились настолько в этот город, что вернулись, и этот город Гали. Привет, это два койота, и мы снова в Гали, и зашли на второй этаж знаменитого отеля, где любит отдыхать сам президент Шри-Ланки. Здесь очень старинная мебель. Атмосферное заведение, если вы пойдете внутрь, увидите мебель, которая может быть около сотни лет. Паста с морепродуктами стоит 750 рублей. Кофе стоит 200 рублей. Ну, это очень доступные цены. Это... койоты. Мы вышли с этого ресторана, нам все понравилось. Был хороший сок и бодрый кофе. Сейчас мы вам расскажем, что же еще делать в Гали. Мы нашли нашего бодрого бро. Он нам дал good price from Мериса to Gali. The best price. What is your name? Dinesh. Dinesh. His name is Dinesh. The best price, the best driver in Мериса. Yeah. Everything okay. Thank you. Thank you, thank you. Даня, я говорю, 20 рупий, я тебя научу медитации. Там? Yes. This one. You put and tell me this taste. I don't remember. So you must understand your body first. Okay. I don't know. So this one. Косметичку из тряпки, которая будет напоминать о этой поездке. Складывать с собой, не знаю, какие-то, может, лекарства или там. И практично, да. И красиво. И дешево. 500 рублей на наши деньги. Прекрасно, Ирина. Молодец. Чем я тебя и поздравляю.
соточки, всего 150 ссылковая. Потрясающая атмосфера, кафешки, музыканты, мороженое, десертики. Отличная европейская кухня, в отличие от остальной Шри-Ланки. Можно очень вкусно и качественно поесть нормальной еды. Всем рекомендую, ребята. И здесь прекрасные джусы. В супер, в самом супермаркете рядом с Гали. Сейчас будем пробовать Россельхозбанк. Пробовали разные терминалы, и он сработал. Чек подписывал, не буду проверять. И остальное мы купим кэшем, потому что еще неизвестно, какая конвертация. Вы поняли, да? Это два кайота. И скушать последний вечерок морепродуктов. Сейчас вам покажем и скажем, сколько стоит. И мне кажется, что это морской окунь.